Это платная автомобильная платная стоянка, которая находится вообще вне дороги. Вот танк пробил стену и наехал на эти автомобили. Лишь порядка несколько десятков автомобилей приведены вот в такое состояние. От некоторых вообще практически следа не осталось. Какие-то развалины от них остались. А это будка сторожа в этой автомобильной стоянке, которая почему-то тоже прострелена пулями. Разбита стена в автомобильной стоянке. Это все снималось на следующее утро после событий, то есть 20 января 1990 года. Сваленные столбы, ограды, перегородки. Такое впечатление, что кто-то ставил целью устроить все это. Эти машины запечатлены на улице Ликперова. Здесь пали жертвы от пуль. Еще не высохла кровь этих жертв. Это происходило на площади 11-й Красной Армии. Крови. Этот автомобиль стоял у обочины вдоль дороги. Тоже раздавлен танком. Здесь также были ранены и убиты люди. Имеются следы крови. Это простреленные шапки этих ребят. Вот пули, которые найдены здесь. Следы крови. Вот пули, которые люди собрали на утро. Падение был использован также слезоточивый газ черемуха. Вот эти вещи были найдены на утро. Здесь шел обстрел по невооруженным людям. Эта машина легковая, раздавлена то ли танком, то ли бронетранспортером. Имеются жертвы. Эти машины ходят на Тбилисском проспекте, недалеко от бензозаправки. Все они погромлены танками и бронетранспортерами.
этой машине имеется жертва. На нее наехал танк или бронетранспортер. Люди погибли в машинах. Истекая кровь. Стояли на лобовое стекло машины. Эта женщина помогала раненым. Тоже было здесь много в ту ночь. На эту машину также наехал танк. Предварительно обстреляв ее. Здесь также были жертвы, которые умерли в машине. Это рейсовый автобус, который вез пассажиров. Он варварски был обстрелян. Только непонятна вина пассажиров, возвращающихся домой. Эти пули и гильзы собраны здесь, на месте происшествия. Обратите внимание, с каких больших гильз велся обстрел. Это окровавленная рубашка. Найденная здесь. И следы людей, шапки, обувь. Танки громили не только людей, но решили и природу. Если он проехал через лес, валя на своем пути деревья. В этой машине погибли трое. Сначала танк прострелил ее, а затем просто проехал через нее. Следы крови погибших. Thank you.
машине также были жертвы. Ekrana dur biraz.
Schade, 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 schade. Schade, gaga, schade, dogmas. Ale çekiriz de bu içeri zagrajdayeti azar. Ale çekiriz de ay kardeş de o çekiriz. Hadi çekiyoruz da. Rolü. Götürün. Снимаю, давай вытаскивайте, да? Çekiriz. Çekiliz dala, ay zaman, çekiliz dala. Arkadaşlar çekil dala da, azıcık da bakayım yine. Dala dala, hayır şey, zaman yok. Biraz da. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.